Всем привет! Делаю видеообзор односпальных апартаментов в районе Чевенг. Очень интересные апартаменты. Сейчас я вам их буду показывать и рассказывать о них поподробнее. Сейчас мы находимся в гостиной, наша кухня. Здесь мы видим большой двухкамерный холодильник. Есть электрическая плита, чайник. Здесь есть микроволновая печь. Также при въезде в эти апартаменты вы получите полный набор посуды. То есть там стаканы, ложки, вилки, посуду для готовки, то есть сковородки, чашки. Все необходимое будет сразу же предоставлено. Также здесь есть вот такой вот стол обеденный с четырьмя стульями. Здесь мы видим большой телевизор с плоским экраном. Есть напольный вентилятор. Есть вот такой вот диван с журнальным столиком. Также здесь мы видим балкон. На балконе здесь есть вот такой шезлонг. Есть еще один стол с четырьмя стульями. Ну и здесь особенность этих апартаментов, что открывается вот такой замечательный вид на море. Также у этих апартаментов есть свой бассейн. Также здесь на балконе есть сушилка для одежды, то есть можно сушить вещи. Так, пойдем дальше, покажу саму спальню. Приходим сюда и заходим в спальню. Здесь такая большая кровать. В спальне также есть кондиционер, есть окно, которое выходит с видом на вот такие горы. Все, кошка, можно. Здесь есть москитные сетки, кстати. Можно открыть. И открывается вот такой просто крутой вид на горы. Возвращаемся к спальне. Как я сказал, здесь уже есть кровать. Также здесь есть большой двухсекционный шкаф. У кровати есть розетки. Это очень хорошо. Выходим из спальни. Попадаем в санузел. Санузел очень чистый. Здесь мы видим раковину. Есть зеркало, сам унитаз. И душ сделан кабинкой. Вот такой вот. То есть дверца. Огорожено. Очень хорошо вода не будет растекаться, разбрызгиваться. Также здесь есть окошко, в нем нету москитных сеток. Есть крючочки и вешалка для полотенец. В конце немножко анализа этих апартаментов. Здесь мне очень нравится эта вот большая комната, которая является гостиной и кухней одновременно. Она очень просторная, чистая, аккуратная. Также большим плюсом этих апартаментов является вид. Вид очень крутой. Поверьте мне, камера не передает, но он того стоит. Здесь просто шикарный вид, который открывается на остров и также на море. Также немаловажным плюсом этих апартаментов будет, что здесь работает русский персонал. То есть проблем с языком у вас не будет. Если у вас будут какие-то проблемы и вам что-то нужно будет, ребята вам помогут, решат вашу проблему, подскажут советом. В целом апартаменты мне очень понравились, можно смело вам их рекомендовать. Так что думаю, на этом все. Всем пока!